Всем привет! Дружеская дуэль с Елани наконец-то. Начнем игру. Пусть удача будет на нашей стороне. Она, кстати, поменяет Нилу в нашей колоде. Напоминаю, это будет очень интересно посмотреть, как, кстати... Какая колода у соперников? Что? Подождите, это мы будем менять. Это нам не потребуется, естественно. А, хотя он, в принципе, тоже нам не потребуется. Покажите мне. Три заряда. Три. Слушайте, эта пачка довольно интересная. Я не помню, у меня худауты есть. А, давайте начнем, наверное, с Лайлы, да? Главное победить в легкой дуэли. После этого, конечно же, Елань будет у нас в команде. Это будет замечательно, кстати, вода. Рановато еще, подождите. Подождите, еще рановато. Когда Елань будет, мы будем начинать только с нее, я чувствую. Надо узнать вообще, на самом деле, какие скиллы, какая ульта у нее. Увидим сегодня или нет? Фаза. Что это значит? Погоди, как ты это делаешь? Состояние начинается с уровнем... А где она? При повторном наложении, так, складывается на него более 3 уровня, финальная фаза добавляет 1 уровень. Ага, каждый... Так, состояние выполняет обычную атаку. Когда персонаж в этом состоянии выполняет обычную атаку, если есть 2 уровня, то они расходуют что-то физический урон и гидр урон... Ух ты, погодите, это что-то интересное. А, давайте, знаете, с чего начнем только? Скорее всего, ладно, давайте поставим все карты, которые у нас есть. Я не против. Поехали. Ешка пошла. Да, если неплохие, кстати, выпали, это очень приятно. Самое главное, конечно же, это следующая дуэль после того, как мы победим Елань. Сложная битва будет с ней. Поэтому надо сначала изучить соперника по максимуму. Минус один. Видите, накапливается эта штука. Это безумие какое-то. Ладно, в следующем раунде, в следующей игре мы посмотрим, на самом деле, более внимательно на ее скиллы. Ну, а сейчас давайте наслаждаться. Наверное, вот так вот сделаем или так? Вот так, да, скорее всего? Плюс один, плюс один. Да, давайте сделаем так. Плюс еще один дайс остается. Я думаю, что Катерину можно поставить. И скипнуть ход. Битва начинается. Минус 3. Что это было только что? Это Ешка у нее была или обычный удар? Слушайте, она, по-моему, очень даже интересная. Но я пока Лайлу оставлю. Я думаю, что она тоже скипнет ход. Все-таки это легкая дуэль. О, надо же. Переключается. Ага, то есть баф не переносится. Это уже приятно. Если мы убиваем Елань, то, в принципе, все хорошо. Второй раунд начинается, ребят, 6 раундов. Здесь самое основное, это закончить битву за 6 раундов. Это тоже может быть довольно сложно сделать. Ага, я предлагаю сделать вот так вот, смотрите. Будем замораживать, пока у нас есть такая возможность. Ведь рано или поздно колода поменяется, будет у нас другой состав. И мы не сможем такие элементы использовать, смотрите. А, минус 3, правильно я все делаю? Слушайте, можно попробовать эту карту достать? Может, горшок вылетит? А, нет! Издевательство, а? Так, хорошо, хорошо. Подождите, еще есть вариант с этой картой. Одному из ваших персонажей с неполной энергией добавляется. Активному персонажу в первую очередь. Кстати, если на Нилу переключимся, надо будет испытать. А, Кадзуха, кстати. Кадзуха, дорогой Кадзуха. А у меня не будет, кстати, карт подходящих, я тебя понял. То есть, точнее, дайсов не будет подходящих. Вы видали? Эту карту я вообще не видел ни разу. Что? Остановитесь! А как он это делает? Неужели? Это же легкая дуэль. Почему они так сложно с ними справляться? Что за безумие? Ладно, давайте попробуем. Ага, ну... С учетом -то теперь того, что... Погодите, как эта штука действует? А, ну нормально же. Если мы сейчас переключимся, мы сможем заморозить ее, да? Да, слушайте, отлично. Но единственное, что мне не хватает дайсов. Надо будет что-нибудь скипнуть. Давайте вот это скипнем, скорее всего. Не, кстати, неплохой состав на вот этой колоды. Мне очень нравится, особенно с Лайла плюс Нилу. Ну, сами видите, то есть заморозка идет и большой урон. Это очень неплохо. Не знаю, как и с Еланью мы будем работать вместе. Я тоже надеюсь на результат. У меня один дайс остается. Не знаю, что мы тогда сделаем. А давайте вот это используем карту. Я не против, ведь? Восстановить хп, поехали. Может, она еще, кстати, Лайлу пригодится. Особенно заморозка использовать. Так. Все, скипаем, поехали. Нет, что? Погодите.
Откуда у меня три штуки такие? Две штуки по три, я не понял. Количество применений 3, блюдо, место, предмет и карты дополнительно. Офигеть, вы посмотрите заряды, она поставила, а? Так, хорошо. Это был финальный раунд, финальная фаза. Теперь наконец-то мы можем бить. И самое главное, что на них действует Крио. Мы не дадим Елане сейчас использовать ульту. И это с большой вероятностью так и, наверное, и произошло бы, если... Конечно, еще дайсы нормальные попадутся. Мне очень нужна вода, пожалуйста. Да ё, да что ж такое? Не, ну я могу, конечно, вот это использовать. Требования не... Я сначала испугался. Поехали. Так, нам вода нужна, напоминаю. Да не... О, ладно, есть два универсальных, это уже хорошо. Отлично, этого будет достаточно. Но перед тем, как мы это сделаем, я думаю, что Тимми пусть тоже поучаствует в этом во всем. Минус 4 плюс заморозка, поехали. Не будет ульты, мы ее не увидим, скорее всего, в этом поединке. Только в следующем на раунде, скорее всего. Это будет возможно... О, подождите, откуда щит взялся? Печенье лотоса активно. В этом раунде следующий урон, который получит персонаж, будет уменьшен на 3. А это она специально еду поставила. У меня, кстати, нету печенья лотоса. Это очень удивительно. Вот это идеально подошло бы. Ну что, я хочу это сделать, ребят. У нас есть два универсальных дайса. Мы можем это сейчас... А подождите, там же... А, нет, нам нужно всего лишь... Вот так вот мы можем сделать. Да? А ну-ка стоять. Вот это мне не потребуется. Ульта пошла, заморозка есть. Ой, как же мне нравится эта фишка. Лучшая колода, которая может быть с элементами воды плюс крио. Видите, да, они вообще не могут ходить. Ну ладно, сейчас, к сожалению, у меня дайса дополнительно нет. Мне придется отдать им ход. Они хотя бы и переключат. Противник объявляет конец хода. Нет! Это печальная ситуация, ребят. Надо что-то придумать. Что мы будем думать с этим? Ладно, давайте переключимся. С учетом того, что он будет бить следующий, это будет неприятно. Плюс используем еду, наверное, на всякий случай. Плюс хп одно... Может помочь нам. И у нас есть еще один дайс, который мы не зарасходовали. Я думаю, что пришло время вытянуть пару карточек. Понятно. Особо это мне не помогло. Ладно, конец раунда, ребят. Финальная фаза. И плюс вот эта штука убивает его. Ой, замечательно, это прекрасно. Катерина вторая пошла. Кому ты сегодня везет? Ну, в принципе, четвертый, пятый, значит, три раунда у нас еще есть для того, чтобы две карты уничтожить. Я думаю, что можно использовать эту же тактику. Она мне безумно нравится. С учетом следующей битвы нужно будет придерживаться, наверное, все-таки ее. Заморозка Елань, ребят, смотрите. А, ну она точно. Очень хорошо, что Елань сейчас неактивная карта. Давайте. А, то есть я сейчас хожу. Я сейчас хожу, погодите. А если... У нас же действует эта штука, да? Если я переключусь и заморожу ее, как вам такая идея? Да, нет, минус 5, что? Минус 5. Офигеть, как мне это нравится. А, ну сейчас ее ход, и это будет ульта, скорее всего, да? Ай, забыл. Ну ладно, обычная атака, что? Серьезно? Такие бафы нереальнейшие. Мне уже страшно смотреть на это все. Минус 3, кстати, мы ее добиваем. В принципе, используем эту карту. Получаем самые лучшие. Что самые лучшие были? Неважно, это будет минус 3. Ребят, не забывайте подписываться, потому что следующая битва будет серьезная с Еланью. Здесь надо будет постараться. Хотя мы очень легко победили ее сейчас. Но это не означает, что в следующем... В поединке будет все очень просто. Кстати, Елань у нас теперь появится в колоде. Это очень приятно. И не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Кажется, удача сегодня не на моей стороне. Замечательно. Да, ссылка на колоду, естественно, будет в описании к этому видео. Увидимся, пока.